Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Алла Пугачева и Максим Галкин пришли поздравить свою близкую приятельницу с днем рождения. Алина Радель 4 октября отмечает свой 84-й год рождения. Вот, пришли поздравить Алину с днем рождения. Вот они, красотки. А это, посмотрите, Саша Селезнев ей сделал торт. Вы посмотрите на это все произведение искусства. Да, но это не, это вы посмотрите на эту сумочку, боже мой, эти складочки. А это он прям по мотивам твоей сумки, наверное, да? Да. Гений, Сашка. Невероятно. Сашка. Гений и любимый наш. Сашка, где ты? Сашка, ты гений. Был. Здесь его нету пока, но он посмотрит. Он посмотрит, я скажу, Саша. Конечно. Помним, любим. Да. Ты просто... И скучаем. Удивительный, удивительный мастер. Да. Напомним, Алина – частый гость в доме Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста и телеведущего Максима Галкина. У женщины есть свой медицинский бизнес в Германии. Она достаточно известный художник и кандидат наук. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.